Миссионерский отдел Орловской епархии объявил о старте рождественской акции по сбору подарков для подопечных домов престарелых. Благотворительный марафон призван помочь пожилым людям почувствовать, что они не одиноки, раскрасить их однообразные будни и подарить радость праздника Рождества Христова. Для бабушек и дедушек из Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов из Каменского геронтологического центра, Мценский район, епархиальный миссионерский отдел планирует собрать более 350 подарков. К ним приложат именные открытки, которые создадут воспитанники воскресных школ при храмах Орловской епархии и учащиеся колледжей города Орла. Принять участие в акции может каждый желающий до 22 декабря. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 900 948 92 97 или на сайте Орловской епархии.